том месте уже была крепость, которую называли древние славяне. И туда еще на два квартала дальше и окружала полностью Любляну. По той... Никакого негативизма в названии ЖИД или ЖИДовской улицы и так далее не было. То есть они так называли просто, да? Наступили времена, вы знаете, когда наши жители, и вы знаете,
very open to different religions. So this used to be the biggest part, but when they renovated it, so that's. Какое количество народа жило здесь, а какое количество в Грации или же в Греции? Это же гарик, есть.